Воздушные, ароматные, очень вкусные дрожжевые булочки с посыпкой в домашних условиях – это прекрасный вариант десерта к чаю как для детей, так и для взрослых, в моей семье их обожают. Хочу предложить вам простой рецепт булочек с посыпкой. Их можно сделать как сладкими, чтобы подавать на десерт к чаю, так и закусочными. Вы можете использовать самые разнообразные специи, сушеные травы, семена, орешки и так далее. Это прекрасный вариант домашней выпечки, с которой можно фантазировать до бесконечности. Список ингредиентов в конце видео. 1. Первым делом растворите сахар и дрожжи в теплой воде. Добавьте сухое молоко и как следует перемешайте. Всыпьте щепотку соли и просеянную муку. Добавьте сливочное масло и замесите однородное тесто. 2. Оставьте тесто в теплом месте, чтобы оно подходило. После слепите булочки, они могут быть любого размера и формы. 3. Противень застелите пергаментом. Выложите булочки, накройте полотенцем или пленкой и оставьте, чтобы тесто еще раз подошло. 4. Чтобы булочки с посыпкой в домашних условиях не осыпались, смочите их небольшим количеством воды. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. А вот что касается посыпки, то тут вы можете использовать все, что есть под рукой. Соль, ароматные специи, семена подсолнечника, кунжута, сладкую или соленую крошку и так далее. 6. Присыпьте булочки как следует и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку. 7. Вот и весь секрет, как приготовить булочки с посыпкой. Когда они зарумянятся как следует, можно доставать их из духовки и подавать к столу. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты. Дрожжи 1 чайная ложка, сухое молоко 2 столовые ложки, соль 1 щепотка, сливочное масло 2 столовые ложки, мука 2 стакана, вода 0,5 стакана, сахар 2 чайных ложки, количество порций 4-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь на скорую встречу на канале.